вторые сутки, отвратительная погода. Ночка вообще выдалась просто от ас. Был просто всю ночь проливной дождь. Громы, молнии и все остальное. Погуляли, что сырые просто насквозь. Просто жесть. Приехал тестировать коптер после ремонта и сборки на днях. И что? Как всегда, пошел дождь, конечно же. Кто-то до сих пор ходит и флажки эти вывешивает. Или один раз вывесили в конце сезона и все. Я со своим везением не перестаю удивляться, блин. Серьезно, только выходишь на улицу что-то сделать, и сразу начинается дождь. Что это уже другой день, когда нормальная погода, и Мавик взлетел, и все с ним вроде как хорошо. Сейчас проверяем основные параметры после калибровки, обновления прошивки, пересборки подвеса и всего такого. Еще один краш с небольшой высоты. Теперь я знаю, какой из аккумуляторов плохой. Коцнул камеру, рамку. Но вроде ничего страшного. Так, вот справа видно повреждение на рамке, камера. И еще сложилась одна из антенн. Но это вообще ничего. И один винт обслюняла собака бродячая, которая думала, что это что-то вкусное. И немножечко лизнула коптер. Слишком много падений что-то за последнее время, поэтому не знаю что, продолжим летать поэтому. Так, что, какой можно итог подвести, что коптер собран нормально, а единственное, что надо отметить, нерабочий аккумулятор и выставить там предупреждение на 50% может быть, чтобы не доводить до падения. Не надо быть аккуратней. Это все. Не могу понять, он поймал что-то? Или что он такое делает? Это действительно была поклевка, и он вытащил рыбу. Вот так проходит любой прием пищи на набережной. С зрителями. Смешная собака. Выглядит домашней.